В Приморском крае проходит операция «Нелегал-2024». Полицейскими организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения миграционного законодательства в местах проживания иностранных граждан, на объектах строительства, торговли, бытового обслуживания, транспортных предприятиях. В ходе профилактического рейда сотрудники Управления по вопросам миграции, Управления МВД России по Приморскому краю, совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России, при силовой поддержке Росгвардии, проверили места пребывания и проживания иностранных граждан. В результате проверки документов у 20 иностранных граждан, находящихся в общежитии на улице Снеговая во Владивостоке, установлено, что 5 из них находятся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства. Нелегалов доставили в Управление по вопросам миграции, опросили, проверили по оперативным базам данных и поставили на дактилоскопический учет. В отношении нарушителей составлены административные материалы, которые переданы в суд. Судом назначено наказание в форме самоконтролируемого выезда. В результате проверки информации, поступившей в анонимный чат-бот телеграм-канала антитеррористической комиссии Приморского края, в кафе, расположенном на улице Добровольского, проверены 30 иностранных граждан. Трое из них оказались нарушителями требований миграционного законодательства. Граждан доставили в Управление по вопросам миграции, опросили и проверили по оперативным учетам. В отношении иностранного гражданина 1987 года рождения составлен административный протокол, ему назначено наказание в форме самостоятельного выдворения. Установлено, что двоих иностранных граждан 95 и 2004 годов рождения уже привлекали к административной ответственности по миграционным статьям. Судом им было назначено наказание в форме самостоятельного административного выдворения, но иностранцы его не исполнили. Суд назначил правонарушителям принудительное выдворение с помещением в центр временного содержания.